Приветствую всех. В этом видео я провожу эксперимент, да. То есть, что я буду делать? Сегодня я попытаюсь как бы совершить обратное портирование с движка Source, движок к Gold Source. Будет ли это работать вообще, да? Рабочий ли я метод вам предлагаю, да? Но мне очень хочется проверить это, как бы и попробовать. В качестве как бы игры, которая будет переноситься, да, ну, извиняюсь, карты, я буду использовать Half-Life Source. Вот Half-Life Source, давайте C1A0, это аномальные материалы карта называется, ну, глава, то есть, по-моему, первая карта этой главы как раз. Давайте я декомпилирую ее. То есть каким образом я буду все это делать, да? Я открою джак и просто буду пытаться как бы открыть исходный файл получившийся и попробую его конвертировать в map и посмотрим, что из этого выйдет. Так, я попробовал что-то сделать, сейчас сохранить как. Извиняюсь, скорее всего экспортировать придется, да, экспортировать. Давайте попробуем. Карта должна вроде как быть экспортированной, да. Так, ну смотрите, вот получился исходник. Давайте проверим наличие ошибок. Неправильные текстуры, это ладно, давайте просто геометрию заменим на одну текстуру любую, да. Хотя нет, я подумал, давайте оставим. Попробуем ее скомпилировать. Так. Давайте без освещения пока, без обработки листьев. Окей. Так, извиняюсь, сейчас. Так, извиняюсь, я все настроил. Вроде как. То есть пути расставил. Вроде как все должно работать, да? Не обращайте внимания на такую кривизну текстур. Мне зависит, какая цель этого эксперимента, да, проверить, будет ли компилироваться карта движка Source в движке Gold Source. То есть я не буду здесь такую работу проводить по исправлению, но как вы видите, исправление нужно делать, потому что с текстурами, ну, совсем беда. Возможно, у меня с FAT, то есть с FAT файлами какие-то траблы, да, но это все стоит уточнить. Вполне исправимые ошибки, то есть несерьезные. Невалидная геометрия как бы отсутствует от слова совсем. И это не может меня не радовать. Ладно, перейдем к компиляции. То есть запустить получается. Так, извиняюсь, вот. Запуск карты. Ну, что ж, начнем. Так, что произошло? Сейчас проверим. Угу. С текстур name is too long. Окей, да. То есть есть ограничение на имя текстур. Вроде как в Gold Source. Как видите, карта не скомпилировалась. Ладно. Проверим хотя бы геометрию, да? То есть, что я сделаю сейчас? Давайте выделю всю карту. Угу. Одну текстуру давайте возьмем, совершенно любую. И просто ее наложим. То есть, на, получается, на всю геометрию. Вроде как, все должно получиться. Да. Не обращайте внимания, опять же, да? И то есть моя цель посмотреть, скомпилируется ли данная карта после таких, да, странных немножко операций. Если что, я включу сейчас как бы демонстрацию самого Half-Life, то есть как это будет работать в самой игре. Так, я извиняюсь за все свои оплошности, да, то, что я не указал ватники, у меня просто
такие, как бы, траблы некоторые были. Я все сделал, все работает, да. Карту я скомпилировал, и, короче, какие, да, казусы есть. Не обращаем внимания на отсутствие сущностей, да. Скорее всего, скрипты сломаны, все сломано. Потому что это все нужно настраивать, как бы, заново. Потому что в этом, как вам сказать, в самом Gold Source, да, и в Source различается вот именно система вот этих сущностей, да, то есть триггеров, как это все работает, да, IO, там, inputs, да, все, outputs, все такое. И, короче, карта скомпилировалась, это забавно, то есть даже ходить могу. Не обращайте внимания, что здесь везде наложена одна текстура, да, я просто поленился вырезать блок light, но сам, как бы, сам факт, то, что это работает, да, реально работает. Да, понятно, не нажимается, скрипты сломаны. Ну, что-то получается. Но сама геометрия, то есть все вроде как работает. И опять же, да, я сразу вас предупрежу. Программное обеспечение на OpenGL, это все ужасно лагает. То есть карту нужно оптимизировать и настраивать под Gold Source. То есть просто так вы не сможете это сделать. То есть вам нужно будет проделать чуть-чуть работу с оптимизацией, но... Но это работает. Это работает. Не знаю, что мне он заткнись, говорит. Видимо, его расстроил как-то. Короче, реально работает. И это прикольно. То есть, прям вы видите сам результат. То есть, Source карта в Gold Source. Да, короче, это все. Сейчас вы скажете. Это все ужасно выглядит. Да, я наложил одну текстуру, но тем не менее. То есть, это все не составляет труда поправить. Так, здесь должен быть переход, как бы, как понимаю, его не будет, потому что у меня нет карты, да, продолжения, хотя нет, должна быть, но, скорее всего, это работать не будет. Так, Flare FMT, короче, такие проблемы есть, то, что если вы, как бы, то есть нужно настраивать спрайты, да, FMT это, как вам сказать, Это такой формат, он только в Source, то есть это формат текстур различных и спрайтов в том числе, но Gold Source, как эта система работает, там материалы, там white находится, да, Skybox, да, то есть небо, там VNV, да, TGAD, короче, формат, а спрайты тоже в отдельном формате SPR, называется SPR, короче, а в Gold Source это не работает, поэтому, да. То есть такие довольно банальные ошибки, их можно исправить. Но сам, как бы, факт того, то, что это работает, действительно прикольно, да. Опять же, вы, как бы, не повторяйте то, что я сейчас сделал, я чисто проэкспериментировать, да. То есть если бы я портировал эту карту, конечно, я бы так не делал, да. Я бы вырезал все текстуры, которые были в Source, там Block Light, да. То есть No Draft, то есть я заменил бы на Null, которые как раз таки в Gold Source должны быть. То есть вы тоже это имеете в виду, спецтекстуры, то есть имя специальных текстур различается, что в Gold Source, что в Source, там могут быть совпадения, скорее всего, как вам сказать, я думаю, наверное, клип может совпадать, хотя в Source Tools клип. Ну, на этом все, всем пока.